1 июня действительно замечательная дата, ведь это не только первый день долгожданного лета, но еще и международный детский праздник. В Щелково его отметили очень весело. Возле Дворца культуры собралось много юных жителей, желающих поучаствовать в занимательных интерактивных программах. Началось действие зажигательной разминки с танцами и песнями. Кто-то из ребят пришел на праздник с учителями и классом, а кто-то с родителями. Взрослые радовались празднику ничуть не меньше малышей. Мои дети – это для меня все, наверное, уже теперь. Это теперь уже весь мой мир. Самое дорогое, что есть, это дети. Вот с внучкой пришла на праздник. Очень. Вот сейчас танцевала там все. Очень хорошо. Конкурс по рисованию вызвал у ребят особенный восторг и неподдельный интерес. Детям нужно было нарисовать мелом на асфальте то, как они себе представляют город будущего, в том числе свое любимое и родное Щелково. Юные художники с энтузиазмом отнеслись к поставленной задаче. Многие даже всерьез задумались над тем, каким будет наш мир через несколько десятков лет. Город будущего! Много очень всего нового. И будут новые роботы, которые будут все делать за человека. Ребят, которые особенно старательно подошли к созданию художественных работ на асфальте, наградили специальными грамотами. Но в завершении праздничной программы для маленьких жителей наступила, пожалуй, самая любимая часть – это пускание мыльных пузырей. Самое что ни на есть летнее занятие. Ловить пузыри гораздо веселее оказалось наперегонки. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.